Местные жители жалуются. Благоустройство в их дворе началось еще летом, а до сих пор не завершилось. Но люди не учитывают один немаловажный факт. Рабочие завершить укладку асфальта не могут из-за постоянно припаркованных здесь автомобилей. Старый жилой фонд города Видное. Места для парковки автомобилей почти нет. Чтобы решить этот вопрос, по распоряжению главы Ленинского района Олега Хромова, во дворах поселения прошло плановое благоустройство, в рамках которого были созданы парковочные карманы. Но не все автомобилисты осознанно подошли к реконструкции придомовых территорий. И вместо того, чтобы не мешать рабочим делать свою работу, они продолжают ставить машины в неположенном месте. Они не берут машины. Как мы заканчиваем здесь? Только из-за этой машины не можете или другие тоже? Другие тоже. Есть одного тоже там, одно забрал, там тротуар уже на той стороне поставили. Люди утверждают, рабочие сами виноваты. Объявления о том, что в определенный день будет производиться укладка асфальта, не было. Когда вывешивали объявления, предупреждали, чтобы машины не стояли, их не было. Вот асфальтировали дорогу, ни одной машины не было. Когда, естественно, убрали это объявление, ну, ставят. На тот момент, когда наша съемочная группа работала во дворе 28-го дома, в зоне будущих парковочных карманов стоял только один автомобиль. Именно тот, который мешал завершить асфальтирование. Прораб площадки уже был готов вызвать эвакуатор. И вот чудо, автовладелец объявился сам. Кто же все-таки виноват в том, что благоустройство во дворе дома номер 28 по проспекту Ленинского комсомола застопорилось, можно рассуждать бесконечно. Но, кажется, теперь все беды местных жителей закончатся. Как только последний автомобиль был убран, рабочие сразу продолжили асфальтировать зону. В скором времени обещают вывести весь строительный мусор и сдать объект. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.